Нужно ли проявлять инициативу, ну, в отношениях, там, в поиске работы и прочее, или ждать, что вот оно как-то само собой случится? Вот надо понимать, что те, кто вот эту концепцию ожидания формулирует, это формулируют те, у кого что-то не сложилось, что-то не получилось. Вот. Они попробовали и не получилось. Но правда состоит в том, что там из 100 открытых бизнесов 3 года проживают 3%, понимаете? Вот. А все остальные банкротятся. Вот. Но если вы не будете предпринимать шагов, если вы не будете действовать, то вы никогда эти 3% не получите. 3% успеха возможно. Так и в отношениях. Ну, вот вы строите отношения. Значит, есть гарантия на победу? Есть. Может, все случится хорошо. Вот. А есть гарантия, что все будет плохо? Очень тоже большая гарантия, процентов 95, что все будет плохо. Вот. Поэтому что делать? Надо пробовать, понимаете? Ну, как надо делать. Вот. Под лежачий камень вода не течет. Вот. И не будет течь. Нет такого физического закона, чтобы вы лежали, а вдруг раз так, и под вас вода протекла. Струйкой тепленькая, нежненькая пробежала. Не будет.